Уже давно не покупаю ни хлеб, ни батоны. Очень легко можно приготовить дома. Хрустящая корочка. Молоко теплое, 35 градусов. Сахар 1 столовая ложка вот с такой большой горкой. Прессованные дрожжи и перемешиваем до растворения дрожжей. Кефир. Все продукты должны быть в теплой комнатной температуре. Кефир нужно заранее достать из холодильника. Яйцо. Растопленное сливочное масло комнатной температуры. Цедра 1 лимона. В несколько приемов добавляем просеянную муку высшего сорта, половину чайной ложки соли, замешиваем тесто. В месиле 500 грамм муки, присыпем стол мукой и продолжим месить на столе. Месила тесто в течение 7 минут. На присыпку стола у меня ушло 80 грамм муки. У вас может уйти больше или меньше. Мукой сильно не забивайте тесто. Но посмотрите, какое оно мягкое, такое эластичное. Накроем и поставим в теплое место. Я ставлю в микроволновку. Микроволновку не включаю, просто закрываю дверку. Прошел час. Вот так хорошо у нас тесто поднялось. Обминаем. На моем канале очень много рецептов хлеба. Я оставлю ссылку под видео. Выбирайте, переходите и готовьте с удовольствием. Слегка присыпаем стол мукой. Эта мука не будет входить в количество муки, которое будет указано в рецепте. И формируем. Можно сформировать в форме хлебушка, а можно сформировать батоны. Я разделю тесто на две ровные части. Форму застелила бумагой для выпечки и слегка смазала растительным маслом. Прикрываем и ставим в теплое место. Прошло 35 минут. Острым ножом или лезвием делаем надрезы. Ставим в разогретую духовку до 210 градусов на средний уровень. В моей духовке готовились 35 минут. За 10 минут до готовности я сверху прикрыла бумагой, чтобы верхушка не подгорела. Перекладываем на решетку и остужаем.